Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр Бедрик, команда «Спартак». Расскажите, пожалуйста, пару слов об игре. Игра прошла довольно спокойно. Забили свои голы, пропустили. Из-за этого обидно. Поэтому немножечко впечатление смазалось. Ну, результат вас устраивает? Конечно, победа любая, приятно. Как оценивать игру соперника? Соперник играл, в принципе, хороший футбол, но, конечно же, не без людей, которые пытаются испортить впечатление команде. А так я доволен, первая игра за команду, 3 гола, вполне удачно.